36 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали в Восточно-Казахстанской области. Все они жители села Речное, которое накануне затопило из-за подъема уровня воды в реке Уба. Также в безопасное место отогнан скот. Спасатели проводят работы по откачке воды из домов. В целях недопущения фактов мародерства улицы населенного пункта патрулируют полицейские.